Мы находимся на 30-й выставке ProDexpo-2023. Сейчас с нами представители компании «Сладкая сказка» Оксана Савенко и Ольга Елистратова. Уже, судя по названию компании, можно понять, что сейчас будем говорить о приятном, о сладком. Ну, рассказывайте, с чем вы к нам пришли. О сладком можно говорить, конечно, бесконечно. Сегодня мы представляем новинки нашей компании. Это печенье Regnum шоколадное с каенским перцем и бренд Happy Mellow сладкий сэндвич s'mores. И, конечно же, не новинка, но такая долгожданная Marshmallow BBQ XXL, которая в сезон шашлыков, начиная с мая, в общем-то, просто на расхват. Где можно найти ваш продукт? Наш продукт можно найти на всех полках на территории Российской Федерации, да и не только Российской Федерации. Мы активно экспортируем наши сладости в ближайшее зарубежье. Но особое внимание сегодня мне бы хотелось обратить на то, что с мая на наш маршмеллоу барбекю будет стартовать акция для наших любимых потребителей. Каждый сможет принять в ней участие и выиграть приз либо еженедельный, либо ежемесячный ценный. И главный приз — 100 тысяч рублей. Звучит очень вкусно и здорово. А как часто у вас появляются новинки? Новинки у нас появляются регулярно, потому что это товар импульсного спроса. И, в общем, наши ребята со своим производством могут позволить себе выпускать новинки, я имею в виду бренд-менеджеры. Вот в год у нас выходит порядка 70 новинок. Новинки, про которых мы сейчас хотим рассказать, это печенье Regnum с каенским перцем. Шоколадное с каенским перцем. Это просто что-то волшебное. Когда я его попробовала, вот этот вкус каенского перца, который используется в кулинарии, а когда ты его пробуешь, он раскрывается во рту после шоколада, он просто божественный. И новинка, которой нет еще ни у кого, это десерт такой. S'mores, сэндвич сладкий. В коробочке есть все ингредиенты, он готовится, в общем, удобнее всего его готовить в микроволновке. И на самом деле, когда мы тестировали этот продукт на своих любимых детях, конечно же, это просто, мы поняли, что этой коробочки не хватает. Он такой вкусный, я просто, и процесс приготовления затягивает, его можно просто снимать, как это происходит, да. И сам вкус просто выверен настолько, когда разрабатывали саму рецептуру и понимали, что печенье нужно сделать здесь не таким сладким, потому что есть маршмеллоу, есть шоколад. Ну, то есть, словами, наверное, это не передать. Поэтому, как только увидите в магазине вот эту упаковочку s'mores, я просто вам очень рекомендую. Рынок сладости огромный. Можно на любой вкус и цвет подобрать себе все, что угодно. Как сохранять лидерские позиции? Наша компания, группа компаний «Сладкая сказка», порядка 30 лет на рынке Российской Федерации. И, наверное, уже как эксперты мы можем сказать, что любовь потребителя завоевывать с одной стороны сложно, да, и удержать тоже, но нам это удается за счет качества продукта. То есть если, например, там, маршмеллоу, который мы первые в России, кто начал выпускать классический маршмеллоу, мы основоположники вообще этой категории, можно сказать, в России с точки зрения производства. И вот сохраняя качество продукта через года, да, потребитель, зная это, приходит в магазины и смотрит, и понимает, что, покупая продукт, там, либо это зефир, который, да, мы производим, либо это мармелад, наш любимый фру-фру. Из года в год качество остается стабильным, поэтому нас любят, ценят и за нами приходят в торговые точки. Что ж, большое спасибо, желаю удачи вам.